Здравствуйте, дорогие и уважаемые телезрители. Общая тема лекции нашей – гунны, древние предки кыргызов, или Атилла, великий кыргызский баатыр. Сегодня будем разбирать конкретную тему жизнеописания Атиллы, поход на сасанитский Иран в сторону Палестины. Атилла становится первым ханом, дипломатические переговоры и поход на Константинополь. То есть сегодня мы попытаемся кратко осветить основные такие вопросы, которые связаны с Атиллой в этот период его жизни. В 440 году, разумеется, нашей эры, к Атилле приехали послы из Закавказья, из Арманского царства. Армания – это древнее название армянов, предков армян, от их хана Ваче. Ставка Атиллы в то время находилась на Среднем Дунае, среди племени, в племени, в котором он был непосредственно ханом, в племени Сабиров. И в то же время Атилла являлся вторым ханом всего гуннского государства, гуннского каганата, и руководил правым гуннским крылом. Послы привезли челобитную от арманского князя хана Ваче и князя Вардана. Вардан был военным министром арманского ханства. И в этой челобитной было слезное такое послание, суть которого сводилась к тому: уважаемый Атилла, ты одна наша только защита и опора, и вообще гунны, вы наша защита и опора. Мы все помним, как 40 лет назад гуннский хан Ульдин пришел к нам на помощь, помог нам изгнать сасанитские войска, и мы с тех пор жили очень хорошо и нормально. И, как вы знаете, поддерживали с вами дипломатические, торговые и дружеские отношения и были вашими друзьями. И вот теперь мы к вам обращаемся как к друзьям. Опять на нас напали войска, 70-тысячное войско сасанитского иранского шаханшаха Ездигера, захватили наши уже половину нашей земли, уводят наших молодых мужчин и женщин в рабство. Молодых мужчин продают в рабство в Испанию и в Северную Африку на серебряные и медные рудники, в которых, как нам всем известно, нельзя прожить больше 3 лет, там они все погибают в течение 3 лет. А женщин, они молодых девушек наших забирают в свои гаремы, делают из них наложницами и перепродают на рынках в другие места. Просим вашей помощи, хан Ваче. Ну, Атилла, поскольку он человек был, как его, решительный, он поставил в известность Курултай. Осенью 40-го года послал на Курултай своего шамана, своего дядю Айбарса, который на Курултае выступил и сказал, что Атилла собирается, как второй хан, собирается в поход на Закавказье. Кто хочет вместе с ним, пожалуйста, присоединяйтесь. Атилла, как второй хан гуннского хаганата, весной, в конце мая 41-го года, через полгода подготовки, серьезной подготовки, выступил в поход и двинулся походной колонной, двинулся двинулся по руслу
Дуная, в сторону востока. Все Черное море он обошел с севера. Обошел с севера Азовское море, вышел к Кавказу. И у него там около Черного моря город Тана, где был один из таких становых мест Гуннского хаганата. Там была провинция Гуннского хаганата. Там был сбор гуннских войск. Он там собрал 8 туменов. Из них чисто кыргызский тумен, 10 тысяч человек. Он сам руководил, сам тюменбаши. Был тумен Кыпчаков во главе с князем Кыпчаков Береки. Был тумен Сабиров во главе с князем Сабиров Коркутом. Был сборный тумен Биттагуров, Кангаров, Кутургуров, Акацыров и кыргызов, которым руководил кыргыз Тулек. Был один германский тумен из чистых остготов, руководил германский конунг Валамир. Был сборный германский тумен гепидов, алиманов, ругьев, герулов, руководил этим туменом германский конунг Лаударих. Был один славянский тумен, руководил этим славянским туменом, состоящим из андов и венедов, это предки современных русских и украинцев, руководил им князь Святозар. И был один аланский тумен, аланы – это предки современных осетин и других северокавказских народов, руководил ими известный аланский хан Каракончар. Так вот, все вот эти названные люди, ханы и князья, они все примерно одногодки, ровесники Атиллы. И все в свое время учились вместе с ним в той школе, в Пуште, которую основал еще 50 лет назад Ульдин, хан Ульдин. И все вместе с детства были друзьями, но Атилла среди них был верховодом. И все вот эти названные военачальники, они все станут прославленными через походы вместе с Атиллой. Все они были его такими надежными полководцами. Их встретили в Закавказье. Вот они пошли в Закавказье. Здесь вот это есть карта походов гуннов. Вот видите, гунны какие походы делали в течение 100 лет. И вот этот поход на Закавказье, вот он, вот поход, вот отсюда начинается и двигается сюда, по северным побережьям Черного моря. Кавказ они обошли с двух сторон, то есть со стороны, 4 тумена ушло со стороны Каспийского моря через Дербентский проход, а 2 тумена ушло через вот этот Кавказский проход, Черноморский проход со стороны Черного моря. И они вышли и встретились здесь около озера Ван. Около озера Ван. Это на территории сейчас современной Турции. Там уже их ждали арыманские тумены. Там 30 тысяч человек собрали арыманский хан Ваче и его военный министр Вардан. И все вместе они буквально за 3 месяца изгнали, погнали сасанидские войска и вторглись на территорию Ирана. Но поскольку Атилла не имел намерений свергать сасанидского шахан-шаха Ездигера, поскольку, свергнув его, он получал неуправляемое государство и не мог бы собрать ту дань, которую ему собрал бы Ездигер. Он согласился на условия Ездигера. И Ездигер подписал все соглашения, кстати, письменные соглашения, подписал все соглашения с арыманским ханом Ваче, шахан-шах Ездигер, согласно которому опять выходил с территории Арымании и уплачивал как арыманам, так и гунам огромную дань, контрибуцию и, как говорится, кун уплачивал. Среди них было 10 тысяч молодых, красивых, не рожавших
женщин для гуннов, которые уводили их с собой в пушту, чтобы взять себе в жены. Но 41-й год уже началась осень, и он не стал опять назад уходить, поскольку в это время к нему уже летом, когда он заканчивал борьбу с Ездегером Атилла, к нему явились от арабов из Палестины, от иудеев из Палестины послы, которые просили его освободить от ига Константинополя, от ига Византии. И Атилла откликнулся, вот видите, даже стрелка вот здесь есть, вплоть до сегодняшнего Иерусалима. Дамаск, Иерусалим, Тир, Пальмира, Халеб, сегодняшний Алеппо. А Атилла их все захватил, освободил от восточно-римского господства и, получив здесь соответствующий выкуп, он в 42-м году весной только пошел назад. То есть он в 41-м году пришел, и в 42-м году весной почти год он был в походе. А так календарно 2 года он был в походе. Он пошел назад. А назад он пошел уже не прямо, опять через не по тому пути, по которому он пришел. Он решил прямо идти через Малую Азию и мимо, как его, Константинополя. Только он переправился на Галлиполийском проливе, выше от Константинополя, где-то километров на 100. Переправился и ушел опять в свои степи в устье Дуная. Добыча была огромная. То есть гунны потеряли мало людей, где-то было по подсчетам, они потеряли всего 5-6 тысяч воинов в бою. Это из 8 туменов, из 80 тысяч человек. Это по тем временам потери считались очень мизерные. И 42-й год, 43-й, 44-й, эти года были мирными для Атиллы. Он устраивал свое государство, свою южную часть своего государства. У него в подчинении была под его руководством непрямым была половина гыргызов, половина, большая часть сабиров, акациры, то есть где-то половина гуннских племен. Также славянские племена, также аланские племена. Остальные славянские, аланские, гуннские племена подчинялись тогда первому хану Белиде. А Белида, я уже говорил, а это древнетюркское, кыргызско-кабчакское слово сегодня означает «билерман», «знающий», «знаток», «грамотный». И вот, поскольку в то время первым ханом был Белида, тоже из кыргызского племени, он был сын бывшего великого хагана Ругилы, а Атилла был вторым ханом и был сыном тоже бывшего хана, который до Ругилы был сыном хана Мундуза, младшего брата Ругилы. И таким образом два двоюродных брата, сыновья родных братьев Ругилы и Мундуза, Атилла и Белида, правили в гуннском каганате и правили на большей части тогдашней Восточной Европы. И на северной части гуннского каганата, на которой располагались племена левого крыла и племена центрального крыла, Ичкилик и Солганат располагались, там начали гунны роптать. Они уже около 10 лет не были в походах. Атилла за это время сходил уже 4 похода. А за это они не были в походах. Но неучастие в походах означает уже малую добычу, малые трофеи. И они начали возмущаться, что мы, поскольку мы такие воинственные племена, мы должны как ее побеждать, мы должны участвовать. Кони наши застоялись, мы сами разжирели, мы живем только одним
этим, как его, скотоводством. Другого у нас никакого дохода нету. А вот смотрите, пожалуйста, южное правое крыло, где верховодит второй хан Атилла, так там за это время во сколько походов они сходили? Там у каждого гунна, у каждого кыргыза, сабира, акацира, там у каждого много очень скота, несколько жен, одна из них рабыня, там у каждого из них много золота дома, много как его, материала, из которого можно пошивать одежду, много мехов, шкур и так далее. Все живут там богато, а мы бедно. И Курултай вынес решение сместить Белиду с должности первого хана, поскольку у них это было в то время по их законам, а дату это было возможно. Но для этого и нашелся благовидный предлог. Великий хаган Белида однажды, будучи в пьяном состоянии, что-то домогался чужой супруги, и на возмущение супруга он его зарубил, и за это надо было отвечать. А ответственность за это должен был как нести сам Белида, и тем, кто должен был, как говорится, произвести наказание, только мог человек, который был бы с ним на одном уровне по происхождению. По происхождению, который мог нанести ему наказание, то есть наказать его во всем гуннском хаганате был только Атилла. И в 45-м году, ранней весной, устроили поединок между ними на конях. Они вышли в круг, очерченный красной волочиной веревкой по пояс голый, торс голый, имели при себе по три стрелы в зубах, лук и короткий кинжал за поясом. Они должны были три круга сделать и по знаку стрелять друг друга. И стрелы, если бы стрелы не попали, они должны были сойти с коней и уже сражаться друг с другом этими короткими кинжалами. Но суть была поединка в том, что живым должен был выйти один из этого поединка. И на первом же выстреле из лука метнул лук Атилла, точно в сердце попал и убил Белиду насмерть. И Атиллу провозгласили первым гуннским ханом, и в 45-м году он стал верховным хаганом всех гуннов. Но здесь в это время начались трения с Восточным Римом или Восточным Румом, или по-другому с Византом, Византией или Константинополем. В 394 году вся огромная Римская империя была поделена на две части, на две составные части. Восточно-Римская империя со столицей в Константинополе и Западно-Римская империя со столицей в Риме. Вот эта империя была поделена на две части. А империя была большая, у них, как его владения были не только в Европе, еще вся Северная Африка, вся Малая Азия, Испания, сегодняшняя Марокко, все принадлежало им. Была поделена на две части. И у них начались трения с Восточно-Римской империей, с Византией. А суть трений заключалась в том, что границей была река Дунай. И на южном берегу Дуная располагалось несколько городов, до десятка городов, которые являлись торговыми пунктами, торговали между Восточно-Римской империей и гуннами. И Атилле стала поступать информация, что с южного берега переправляются ночью разбойничьи группы, входят на территорию гуннского государства до 100-200 километров, разыскивают могилы богатых гуннских людей, которые там захоронены, раскапывают их и выносят, забирают все золотые и серебряные вещи. Все, что там и в могилах ценного. А гунны обычно клали
могилы своих знатных людей золотые вещи, делали золотую маску на лицо, золотые нагрудники, клали золотое оружие, специальное такое, такое украшенное золотом и серебром. То есть очень многие золотые вещи клали рядом с ним и клали золотые тарелки, чашки. Это на тот случай, чтобы гунский знатный человек появился бы на небесах перед верховным ханом Гесерханом, сыном Тенгри, небесного царя зеленого неба. Ему было не стыдно, и он мог бы со своими этими золотыми вещами там трапезничать. И вот начали раскапывать. Раскопали до 25-30 могил. Атилла направил посольство из таких знатных людей. Среди них был кыргызский князь Толек. Среди них был его эль-Тумен-Баши Орест, который когда-то много лет назад был направлен ему его приятелем Флавием Аэцием из Рима, с тем, чтобы он был посланником Флавия Аэция при Атилле. И Атилла направил туда посольство. И в посольстве, как изложил, написал большую петицию царю, то есть не царю, а императору Восточно-Римской империи Феодосию. Уважаемый Феодосий, ваши, как подданные, повадились вторгаться тайно на наши территории и грабить могилы наших предков. Разграблено 28 могил. Знатных наших людей, ханов, племен, сабиров, акациров, вождей племен. И вот список тех этих, как его, которые они украли. 234 предмета. И из них 6 золотых масок. А золотые маски, вот сейчас они некоторые, сейчас не представлены современной. Вот она, золотая маска посмертная, чистого золота, найденная в Венгрии, в ущелье Боом. Боом называется в Венгрии, ущелье. И другая золотая маска посмертная, найденная здесь у нас в Шамши. Вот они. Они обе похожи, обе идентичны. Они обе датируются 5-6 веком. Обе золотые маски. Гунские. И вот эти золотые маски, из них 6 золотых масок. И мало того, уважаемый Феодосий, мои люди, мои купцы показали мне, сказали мне, что одна золотая маска выставлена на витрине у банкира Сильвана в Константинополе, который продает ее, за нее установил цену 30 тысяч динариев. А 30 тысяч динариев, это по нашим деньгам, если перевести сегодня, это 3 миллиона долларов. Сегодня перевести. И я требую, говорит Атилла, чтобы вы вернули все эти 234 золотых предмета, а серебряных я уже не говорю, их больше в 3 раза. Кроме того, вернули все 6 золотых масок и выдали нам банкира Сильвана, который продает золотую маску, взятую из могилы гробницы нашего предка, и выдали нам епископа города Дуростор, некоего Себастьяна. Как показали пойманные нами некоторые вот эти воры, грабители могил, именно из города Дуростора на Среднем Дунае, где епископом, то есть главным управляющим и религиозным, и светским является некий Себастьян, оттуда направляются все воровские шайки на нашу территорию. И Себастьян их как спонсирует, их финансирует, и потом скупает у них по дешевке все наши вот эти золотые вещи. Так, я требую, чтобы вернули нам все наши вещи и выдали нам Себастьяна и Сильвана, банкира Сильвана. Через полгода пришло посольство оттуда, из Константинополя, от Феодосия, приехали знатные люди, и среди них известный
писатель, историк и общественный деятель. Он занимал преторскую должность, это где-то, ну, типа депутата в Восточном Руме, некий Приск Панийский. И Приск Панийский оставил после себя записи, целую книгу об Атилле, о гуннах, как их принимали, которые являются сегодня, мы тоже на нее ссылаемся, и которые являются сегодня неоценимым, как его доказательством того, что гунны имели древнекыргызскую, древнекыпчакскую национальную основу. И вот они пришли и перед Атиллой, и ему принесли, как его, петицию в том, что, конечно, возможно, Себастьян и эти, как его, Сильван виноваты, может быть, и нет. Это мы проведем из расследования, вещи мы ваши вернем. Вот мы вас возвращаем всего, которые нашли 45 вещей, из них две маски, остальные мы будем искать, и так далее, и так далее. Это, в общем, отговорки, отговорки. И вещи, которые вернули, кроме двух золотых масок, остальные все были малоценные, то есть они ценные, но серебряные они были, не золотые. И среди них приехал, посольство приехало большое по тем временам, 50 человек, и среди них приехал некий переводчик Вигилий, который знал по-гунски, по-древне-агунский язык, как я уже говорил, это древнекыргызский язык. И он знал на гунском языке, отлично говорил, писал, и этот Вигилий приехал и попался. Он попался в чем? Он, оказывается, хотел, как его, он привез с собой 15, то есть 45 фунтов золота. 45 фунтов – это 15 килограммов золота. Он привез чистого золота и начал это золото, как его, предлагать тысячному Мингбаши. Его имя в этой латинской транскрипции звучит Эдекон, но в гунской транскрипции, в гунском варианте его имя Одоке. Начал Одоке Мингбаши Кыргызов предлагать эти деньги. Вот я тебе даю пока вот 45 фунтов золота, убьешь Атиллу или отравишь его, как знаешь, потому что ты являешься начальником охранной тысячи, одним из трех начальников трех охранных тысяч ты являешься, имеешь доступ к Атилле, и ты получишь, кроме того, гражданство Восточного Рума Константинополя, получишь там в центре Константинополя отличный огромный дворец, получишь денежное содержание в каждый год по 25 фунтов золота в год. Кроме того, ты получишь 100 лошадей самых лучших, получишь 10 рабов мужского пола и 10 рабов женского пола, и будешь жить и блаженствовать, благоденствовать в Руме. Ну, этот, как его, притворно Одоке соглашается, но ведут они, как бы, вот такую тайно шпионскую дипломатическую игру, соглашается. И в конце концов уже Вигилий не выдерживает и начинает требовать, чтобы быстрее убили Атиллу. Атилла его берет под арест и направляет в другое посольство в Рим, уже больше, в Константинополь, уже больше посольство, и говорит: дорогие, на этот раз, кроме тех оставшихся предметов, и Сильвана, и Себастьяна, я еще требую выдать мне вашего визиря, то есть первого министра, Хризафиуса. Хризафиус оказался зачинщиком, организатором моего будущего убийства. Он хочет меня убить. Он оценил мою голову в огромную сумму. И вот Вигилий подтверждает, что Хризафиус меня собирается убить, я требую выдать мне Хризафиуса. Если Хризафиуса вы не выдадите, я пойду на вас в войну, и тогда вы от меня уже пощады не ждите. Опять приезжает посольство через месяца три от императора Феодосия, который заявляет, якобы, нет, здесь Хризафиус ни при чем, это Вигилий сам придумал, это его самая личная инициатива,
и так далее, и так далее. Вот это все дипломатические вот эти переговоры, которые длились около двух лет, они записаны в истории дипломатии даже, они есть. То есть переговоры Аттилы с Феодосием. В истории дипломатии они имеются, содержатся. В конце концов, Аттиле надоело, они не хотят его слушать, и он пошел. В 447 году он начал войну против Восточного Рума, то есть против Константинополя. Туда отправились опять 8 туменов, и 22 июня они выступили. Интересная цифра, 22 июня. 22 июня, вообще в июне начинаются все большие войны, потому что, оказывается, 22 июня – это день, когда начинается лето по гуннскому календарю, и лето продолжается до 22 сентября. И вот они выступили, 8 туменов. Один тумен, которым руководит сам Аттила, состоит полностью из кыргызов. Другой тумен – сборный кыргызов и других гуннских племен – салгуров, саранов, акациров, тюлек, кыргыз-тюлек. Он в то же время является как бы джао-визирем при Аттиле, то есть военным министром при Аттиле. Третьим туменом руководит тумен Сабир Хорхут. Четвертым туменом руководит славянин Светозар. Еще одним славянским туменом руководит некий Онегизи, князь. Двумя германскими туменами руководят Валамир и Лаударих. Все вот эти, кроме Онегизия, он приехал из... Он служил раньше в римских войсках, он перешел на сторону гуннов. Кроме Онегизия, все остальные, как и Светозара, все остальные когда-то, я как уже говорил, учились и росли вместе с Аттилой, учились в той школе в Пуште, в которой учился Аттила. Они, из них четыре тумена, два тумена германских и два славянских, были технические тумены. Аттила, поскольку сам служил когда-то 7 лет в римском войске, и в римском войске он служил в технических войсках, а технические войска – это тумены, это легионы, которые штурмуют, берут города, овладевают городами. У Аттилы были четыре технических тумена, два славянских и два германских. Этими техническими туменами, эти технические тумены были снабжены полностью всеми теми орудиями, всеми теми необходимыми этими катапультами, анаграми, которые были необходимы для взятия городов. Анагр стрелял огромными тяжелыми мешками, в которых были горючие материалы. Они зажигались, поджигались, и этот тяжелый летел на метров 400-300, и при этом как разрывалось, как бомбы, оттуда все горючие материалы разлетались, все вокруг горело. Катапульта стреляла огромным ядром, то есть ядром, говорю, копьем. Это копье, она точно била, она могла на стене сразу одним копьем трех-четверых человек поразить катапульта. Она стрелял камнями, огромными камнями, которые пробивал стены. Можно было анагром бить по одному месту, и стена рушилась. Еще были другие технические средства, типа черепахи, типа штурмовой лестницы. Черепаха – это такая закрытая сверху навес, бронированный, внутри прячутся 30-40 воинов, они подбираются к двери, сверху ничего не могут им сделать, и начинают раскачивать бревно и ломать дверь. А штурмовая лестница – это лестница многоярусная, на которой сбегают не такая лестница, как вот прислонять к стене, нет, это по которой сбегать, которую невозможно оттолкнуть. По ней сбегают воины, как по лестнице вверх, и попадают на стену. И много таких у него было орудий. И поскольку Аттила сам служил в технических войсках и любил эти технические войска, то получилось так, что гунны взяли
на территории Балкана они взяли 80 городов. Это сегодня. Они есть, эти все города. Найс, Сердика, Ульпиана, Стобы, Дирахи, Афины, Фессалоники, Маркианополис, Девельт, Гераклея, Адрианополис, сегодня называется Эдерне. И подошли, взяли 80 городов и подошли к Константинополю. Начали стекаться с трех сторон к Константинополю. Феодосий понял, что ему будет конец, и выслал парламентеров. Я сдаюсь, что надо, я дам. На вашу контрибуцию я согласен, только не штурмуйте, не ломайте Константинополь. Но Атилла, он всегда отличался таким, как бы, таким великодушием. Хорошо, говорит, парламентерам ответил Атилла, я не буду ломать прекрасный город, не буду его сжигать, я его трогать не буду, но мне надо от вас 5000 кусков кож для сапог, то есть налог начал накладывать, 10000 нерожавших молодых женщин, 5000 молодых мужчин в рабство, так, 750 фунтов чистого золота, столько-то мешков джук, они называли это мешок, 60 килограммов мешок называли джук, столько-то джуков пшена, столько-то ячменя, столько-то просто, то есть весь налог. Все было собрано буквально за 10 дней. И Атилла пошел опять назад. То есть с огромной добычей ушел назад. Весь скот, который по дороге были, они угнали. И кроме того, он получил земли уже раньше, если Дунай была пограничной рекой между ними, хотя по договору с Ульдином верхняя часть Дуная до трех дней пути пастбища выше Дуная считались гуннскими, они могли там пасти беспошлинно свой скот. Но на этот раз Атилла три дня пути вверх Дуная на лошади. В день лошадь может проходить три перехода, делать 75 километров. То есть где-то 225 километров пути вверх от Дуная все перешли во владение Атиллы. То есть он, кроме того, он потребовал, чтобы ему выдали Себастьяна и Сильвана, а они их выдали связанными, он их увез с собой. Дальнейшая судьба в истории их не прослеживается, что они делали, как они с ними поступили, но гунны часто поступали великодушно и не убивали этих таких пленников. Хризафиуса, за Хризафиуса Феодосий предложил выкуп в 900 фунтов золота, чтобы Хризафиус больше не будет он заниматься попытками убить Атиллу, организовывать покушение на Атиллу, 900 фунтов золота, и это 300 килограммов золота ежегодно. И кроме того, Атилл, по договору с Атиллой, Феодосий обязался впредь с этого года и до конца своей жизни, если раньше они платили всего 700 фунтов золота, типа за добрососедство, это замаскированная дань была, то с этого дня они стали платить 2700 с этого года фунтов золота в год Атилле и гуннам. Спасибо, дорогие уважаемые телезрители. Сегодняшняя лекция подошла к концу. До новых встреч!